Лето – пора отпусков, каникул и активного отдыха. Особой популярностью среди молодежи пользуются самокаты, гидроскутеры и другие средства индивидуальной мобильности. Чтобы отдых был не только активным, но и безопасным, сотрудники госавтоинспекции напоминают жителям республики о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Подробности у Али Баташева. Виктория Ющенко любит кататься на самокате. Летом для этого есть все условия – время и хорошая погода. На самокате очень нравится ездить, потому что это уникальный вид транспорта, так как можно расслабиться с друзьями, покататься, повеселиться. Ощущения приятные, когда катаешься. А ты знаешь, какую скорость на нем можно допустимо развивать? До 25 км в час. Ты соблюдаешь этот скоростной режим, да? Цель профилактических бесед – напомнить о правилах дорожного движения водителям средств индивидуальной мобильности – электросамокатов, гидроскутеров, моноколес. Главное правило – не выезжать на дорогу, автомагистраль. Пересекать проезжую часть можно только пешим ходом, говорят сотрудники госавтоинспекции. Посмотрел направо, убедился, что автомашин проезжающих на данном участке нет, только в этом случае можешь переходить, ведя за собой скутер в обязательном порядке. То есть проезжать на нем через проезжую часть категорически запрещается. Переходить через дорогу надо пешим ходом в обязательном порядке. Также хочется обратиться касаемо скорости движения. Максимально допустимая скорость движения управления на СИМ у нас 25 км в час. Самостоятельно управлять СИМами можно, начиная с 7 лет. Не все дети соблюдают правила, а это может привести к трагедии. Вообще, к сожалению, на территории Российской Федерации уже зафиксирован ряд фактов ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, с летальным исходом в том числе и с тяжкими последствиями очень много ДТП. К счастью, у нас подобных дорожно-транспортных происшествий на территории Карачаево-Черкесской Республики не было, и хотим сделать так, чтобы их не было вообще, в принципе, у нас никогда. Соблюдение правил дорожного движения позволит сделать летний отдых детей безопасным, сохранив их жизнь и здоровье. Али Баташев, Виктория Карпенко, Вести Карачаево-Черкесия.